Идем дальше. Наташа Королева попадет на родину, но только если оскорбит Владимира Путина. Такие условия выставила российской певице украинская сторона. Их опубликовали на своей странице журналист Дмитрий Корчинский. Причем он написал по просьбе украинского же депутата Оксаны Корчинской. Она обещает заставить СБУ снять запрет на въезд для россиянки. Но только если та исполнит песню харьковских фанатов про российского лидера. Есть также другие весьма странные требования Королевой. Например, должна выпустить клип на эту песню, сменить цвет помады и звонить своей киевской бабушке не менее 2 раз в год. Ну что ж, напомню, СБУ запретила Королевой въезд в страну на 5 лет, так как посчитала угрозой для безопасности страны.